что мне даже впадлу стало обыскивать зомбарей, блин. Да потреб... Замерз. Белое яблоко. А, я знаю, может. Да мне Петровка не под газом. А, этот, зайди, знаешь, куда? Я... Медичку, да? Нет, не медичку, этот... Полок? Лунапарк. Лунапарк. Я через медичку тогда пройдусь. Полок. А с какой стороны машина спавнится возле школы? Возле входа? Да, 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 возле входа прям. Ну давай я сейчас это тогда вернусь к тебе. Я сейчас здесь пролутаю. Там газ в начале где-то был. Ну да. Оружие. Понял, тихо. Аккумулятор, но это потом нахер найдем. Откуда здесь военные? Может, такие станции рядом? Блять, листы металла, блять. Мишка. Ну, пачечку гвоздей я нашел. Закрыл тут, как нужно сказать. Лопата, ё-моё. Это топ. Товская машина не... Я не охожу. Это шальные, наверное. Брезент нужен нам? Брезент, да, будет нужен, сейчас пока. У меня места никуда нет. Если бы хотел, не дал. Сколько нам гвоздей на первый квадрат надо? Три пачки, ну, хотя пачки, бы. Пачки три. Ладно, сейчас пытаемся. Гвозди вроде тут не дефицит. Должны быть, правильно? Ну они да. Есть, да, но 37 человек на серваке. Представь, каждый город почти лутают. Ну я-то уже одну пачку нашел. Ну да, это хорошо. Да сейчас до чего, где будете строиться? Североград. Понятно. Окей, агресс. Там был вокзал. И да.
Блин, а я палет нашел. А что с палетов? Палетов все. Палеты все, там стройка все на палетах завязана. Не стройка, крафт. Ну, короче, 30, считай, один палет нашел, 30 гвоздей сэкономил. Да. О, брезент, но мне уже не надо. Что-то как-то город пустой вообще, конечно. Ну, палет это уже хорошо. Главное, что он в рюкзак влезает, это радует. Да, рюкзаками выражится. Да сейчас чуть-чуть этот застроим. Главное квадрат построиться, там уже можно тогда на СЗ сходить снова, попробовать удачу. Ну да. За хвост. Так, ты где, Ян? Где тебя искать? Я возле школы. Я тут иду, все дома лутают по очереди. Там. Металл тоже нужен будет, но это мы потом в Северограде будем искать. Я знаю, что в этих туалетах спавнится. Да. Они будут везде. Везде спавнится на самом деле вообще. Да. Я вот сейчас в машине нашел пачку. Вот я тоже хожу, все машины проверяю. Это дома, все машины. А ты как, через искать нашел или просто на машине? Просто. Пачушка гвоздей 70 штук. Разве не 99 в пачке? Нет. 99 это если ты состыкуешь. Да. А так 70, вот у меня пачечка. А у меня что-то весь город пустой, такое ощущение, кто-то пробежался. Блин, короче, баг какой-то, не могу сносить ничего в доме, ни одну стенку, бред вообще. А ты эту сделал себе? Как ее называют, скажи? Че? Грядки рядом есть? Не делал еще пока. Я еще кабачки не нашел. У меня есть кабачки. А ты медичку лутал? Нет, там что зомбаре я не пошел. Ну давай, я сейчас зачищу медичку. У меня ничего такого, что тихо стреляет, нет, я решил обойти. Агри целый город на себя. Кайф. Ну да. И в рукопашку тоже не хочется лезть, потому что бинтов больше тряпки. Карго штаны. Пробка спичек ни хрена себе. А у тебя же был Рюгер. Да у меня есть Рюгер, патроны кончились. А, ну я тебе сейчас полтосик. Это может есть, но не распакованное. Да этот Рюгер хуйня. Палет нужно найти. Неэффективный. Лучше, чем ничего, но не особо эффективный. Знаешь. Я понял то, что... Это я понимаю. Блять, медичка вся залутанная. Вот тоже ничего. Ты на лунопарк лучше. Да, я в ту сторону иду. Ну, маловероятно, он, блядь, медичка, он вся залутанная. Не, ну, по крайней мере, я 4 кады, 6 кадейничка нашел. И гандомчик. Все вроде нужно. Так, а у тебя спецремонтов нету на... Ремонт есть.
Мне эту надо поремонтировать. Там не полная, но есть. Монтировку ремонтнуть надо этот, чтобы обыскивать эти аптечки. Так, ну я возле школы. Я возле школы. Сейчас я подойду. Блять, куда-то топор уделал, куда, не понимаю. Что там, палеты с чем-то соединяются, с досками, да? Да. Ты с досками соединяешь 5 досок, и о, он тебе... О, я нашел эту крутую сумку поясную, хочешь? Да. Черная еще. 5 досок с чем? Способ заявидуется. С палетом, да? И делаю там шкаф или что-то, что нужно. Ну да. У меня это, как это называется, хрень, блядь. Сумка. Короче, строительная. Строительная, да. Я не вижу тебя. Немного дальше пошел. Из-под дороги. Я просто это... Новенькая отвертка. Шикарно. Я возле, ну как, только полицайку прохожу, ну вот, возле школы, возле входа. Где ты есть? Но я возле входа в школу, понял? Ну вот, я возле школы. Ага, все, я тебя увидел. Я справа от тебя был, учишься. Сделать комплект ящиков с поддона. Из этого большой ящик, да, такой для хранилища делается? Это да? Да, ништяк. Як. Опа, ништяк. А вон еще этот ремонтный. Да. У меня освободится. Мне надо эту монтировку. Да, мне нормально. Монтировку починить. Бля, теперь надо 4 поддонные рамы. 4 поддонные рамы, это доски, 5 штук или 6, там не помню, там 6 и несколько гвозди. Там будет. Да. Так, я пошел на лунопарк. Давай, я тут плутаюсь. Аккуратно, я там волков слышал, но очень далеко было. Ну, нормально, если что. Главное возвышенность замнять. А ты аптечку лутанешь там, да? Да, я ж. Давай. Надо будет еще спецкомплекты, блин, или топорики бы тактические понаходить, блин. А топорик на пожарке. Ага, пожарка? По 4 доски на одну раму надо. Пожарка или в лагерь нужно сходить? Где большой лагерь есть рядом? Па. Писы и этот. Горный курорт. Да я понял, этот Синесток. А лут она здесь все. Аптечка тоже лутана. Угу. Бля, деревья все вырубил уже в округе дома, блин. Нам надо в этот, в ту сторону не стоит идти, нам надо в другую сторону идти. Пойдем в другую. Я просто хочу посмотреть это так. Ну, спички уже нахер не нужны. Я хочу сейчас лунопарк лутануть и уходить в этот, в сторону северного. Да, Запрудная в ту сторону.
там возле лунопарка остановку проверь автобус. Там обычно до хера лута. А труба только для самогонного аппарата нужна, да? Ну, в основном, да. Да. Глушаки из нее делать нельзя, да? Mm-mm. Хотя, по сути, блин, этот... Вот, маски мимы, блядь, маски. Нахер, уголь давай, падла. Так, ПМ. У тебя есть ПМ, он тебе не нужен. Нет. Патроны только. У меня, по идее, их довольно много. Парей можно поотстреливать, на птичку зарабатывать. Нету ни галика. И старт 10 минут. Шикарно, блядь. Ну вот поддон нашел, блядь. Неси, я заберу. Неси. Я его разобрал. 5 гвоздей. Ну а что? Хотя 5 гвоздей, извини, прости. Еще 4 поддона. Ой, 5 поддонов, это уже один хит. Ладно, я двигаюсь на выход. С ровки. Давай этот. Ты за эту прочекал, да? Да, я что прочекал? Остановки. Не, я не чекал остановку автобуса. Потому ну, я сейчас на... Мне казалось, ты там пойдешь. Ну, я сейчас... Ты... Не, я не был там, но я сейчас в ту сторону пойду. Чекнул остановку и... На выход. Нам полицайки. Именно. Обычно они пустые. Да, гвоздички быстро уходят. А нормально, ни хрена страшного. Блин, остановка. А это что такое? У кого-то из нас кольт есть? У меня уже пару пачек 45-х. Не, нету кольта. Я в прошлом сезоне FNX находил. Зажигание нужно. Так, нам нет. Надо еще один грибочек намутить, и мы
сварим грибной супчик. Мы уже сварим грибной супчик. Надо воды. Да вот же канал. Ну, нормально, сейчас этот супчик. Так. Нужно скоро до выйти, чтобы не упал газ. Старт. Да лута, ну, залута новая Петровка. Да не, ну а если ты аптечку можешь ковырять, значит никто ее не ковырял перед тобой. А, да? Ну да. Ну да, да. Нихера в этой аптечке нет. В офисном здании же тоже была аптечка. Я не помню где. А талибы же после рестарта могут появиться, да? Они... Ну, они должны появляются на людей. Это ж ивенты. Да я что-то их 100 лет на себя не видел. Так, а за 30 зараженных что дает? Квест. Не помню, меч вроде тебе дадут. А, меч такой. Нахер не нужен. Не знаю, его с собой таскаю, вот думаю, зачем. Я его нахер не нужен, выкину сразу же. Но он довольно крепкий, его можно вместо ножа же использовать хорошо. А он на спину крепится? Да, он крепится, ножны специальные находишь, и он вешается на сумку. У меня есть этот такой, что сзади. Ну, это как называется, второй портупея. Ну вот, портупея, он как раз на эту портупею вешаются ножны специальные, и он в них вставляется. Ага. У меня просто на этой портупее ничего нету, я даже не знаю, что туда вешать. У меня тоже ничего нету, я думал, у меня тоже квест висит. У меня, кстати, где-то тут недалеко клад. Нужно лопату потом сделать и сходить. 2.5 километра тоже. Ну, я знаю, где примерно она... Там пятихаточка будет. Там еда какая-то. Схема, еда, которую нужно отбить. Да, микросхема, которую надо отдать. 3 минуты. Газ упадет потом. Я на выходе возле КПП-шки. А вот это. Надо будет сейчас водички, после рестарта водички нам набрать и сварить супчик. А вон там канала будет. Такая, ну да, и... Напротив. Да, да, да. И в 2 капчика уже можно будет раздавить. У меня еда, вода желтая, как раз нормально будет. У меня еда есть, паштетик. Еще один паштетик. И водка есть. Ну, нормально. Да сейчас этот, потом... Мы первое время на грибных супах, этот, рядом, там, где построим базу, там... Да гимба, грибные супы, больше ничего не надо практически. А тут да. Возле этого не появляется разве талибы, брат? Где? Вот возле этого, в сервисе, мне кажется, там есть пах. А не, возле этого есть, возле... Дальше. Дальше, возле заправки. Да, да, да. Так, ну фляжка у меня есть, если что, я сейчас сделаю еще эту хрень. Да вот хрень. Вода, если что. Вот. Да там дальше будет, там сделаем воду. Ух ты, блин, я начал стрим, а экран не включил, блять. Стрим стартинг, блять. Нормально. Он на СЗ упал газ, видишь. Ага.
А, все, рестарт. Я уже коннекчусь. Что это за информация фальшивая? Станция, сколько ты пробежал? Сколько людей ты убил? Я в охотку покушал. Подожди, сейчас мы, блядь, объявление. А? Кофе. А у меня чай. Я уже в игре. Блин, ну я поздно зашел, я этот пошел в туалет, надо было нажать 13-12. Я прыгнул нечаянно, у меня еда красная. Ну сейчас дойдем до поселка, сварим. Там у меня паштетик. Да это сначала у нас этот, потом кастрюль там у нас было с Саньком штук 8-10 кастрюль чисто супы наваривали, блин, мясо, холодильник сделаем. Нормально. Сейчас главное этот. Обжиться, да? Да, кубик главное сделать. Блядь, надо музыку потише сделать. Ну вот в этот в лобби, когда ты сидишь, вот позиция и музыка, блин, по ушам так долбит, что я тебя плохо слышу. Я вообще не буду. Пятый, ё-моё. А эта очередь быстро идет. Сейчас посмотрю, сколько на сервере людей. Пипец очередь. Да нет, должен заскочить. Третий. Ты какой в очереди? Я девятый. О, первый. Нормально. Да нормально, это я нужен на сервере. Смотрю, очень много листов металла. Кого они нужны?
Блин, они нужны будут, ну потом. Все нужно будет. На данный момент гвозди, да? На гвозди, данный момент деньги. Только гвозди, 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 деньги, гвозди. Надо прям овер до хера гвоздей. Полибов нет. Да, если талибы будут, будет хорошо. Так, я зашел. Ты дальше пошел? А я в сервис. Сервис работает. Разница. Потому что я его только что пролутал. Я. Это же ДС. Нужно пролутать и ты ушел и сразу. Семена перца. Погнали дальше. Зашёл. Сейчас все зайдут, сразу аптечки лутать пойдут. Ну да, это очень нужная вещь. У меня вроде два галоперидола есть, я как бы так спокойненько. О, ништяк, я этот нашел. Жиж набор. Монтировочку можно будет. Жиж набор это что, свечка? Да нет, это. Да, ремонт. Обуса. Да, у меня просто монтировка для обыска. Этот топорика нет, он пока монтировка. Монтировка вообще собираем монтировки. О, народ деньги начал приводить. Хорошо. Почему кассовый аппарат нельзя обыскать? Потому что здесь нету такого. А эти можно обыскивать, как их называется? Вендинг машины. Машины для выдачи там еды. Питья. А, нет, нет, такого нету здесь. Это типа газировочку, да, найти? Да, 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 да. Ну да. Нужно быть поаккуратнее, был рестарт, сейчас какие-то собаки могут бежать. Да, ну, прибегут, да, да. Тут вон есть куда запрятаться, этот, если что, отстреляем, вопросов нет. Пошли мясо грибки сва. Поищем. Грибки, блин, хреново, это надо их запускать и потом возвращаться. Это надо просто потусить где-нибудь 10 минут у какого-то грибного леса и все, и будут тебе грибы. Ты в какую сторону? А, ты тут? Да. Там зомбарь. Да, я видел. Приходуешь его? Да, можно. Бля, в лагерь что ли сбегать? Голый мужик. Да сильно не углубляйся, тут я вот сортир посмотреть, сарайчик зашел и все. Да я вот машину. Зомби там бегает. Быстрый. Я нашел семена кабачка. Семена кабачка это топчик. Да, что там надо, чтобы их вырастить? Тяпку? Ну да. Погнали дальше. Грядки нельзя? Можно.
Потом теплицу построим. Вон мы до домиков идем, там вода есть рядом. Наберем водички, поставим. А чтобы теплицу построить, что нужно? Брезент, скорее всего. Да. Нет, не брезент, листы металла. Это за теплица. Да, мне до этого клада 1.5 километра. Мы бежим в том направлении, где у меня клад. Я знаю. У меня есть этот, как называется, челюсть. Сделать лопату. Там в зомбаре бегают возле. Как газа нету, может затащить. О, в зомбарях гребешки есть, блин, надо тогда их обыскивать, да? Да, бывает. Я так, ты туда, я суп варить. Давай, я заскочу. О, красный. Я буду по-громкому, я постреляю. Ну, блядь, сбежится хуй вот тона. Думаешь? Я... Да. Там много зомбей разве? Ну, нормально. А чё он меня не перезаряжает-то? Всё, Ян, сбегал ты. Да, назад выбегай. Я уже понял. Бля, опять поддон нашла рядом с домом. Так, наверное, надо воды набрать вот здесь. А. И молоток, прям просто имба. Ян, сломаешь палочку? Ага. А что там, чтобы в шахты идти, надо 4 ломика, да? Шахты не надо, ломики. Туда кувалды нужны в шахты. Самопальные тоже подходят? Да, самопальные подходят. А где шахты находятся? Я тебе покажу. Я тоже не знаю, я только о них слышал. Спичка одна. Охереть. И банка незнакомая. О, как раз выспимся. Так, а что еще-то из поддонов делают? Блин, этот... Там есть же эти... Ты взял, сломал палку? Да, бегу. Верстаки из чего? Тоже из поддонов? Да. Сначала крафтовый, это, потом ремонтный. Ладно, я пока его скину, а там потом... Надо их собрать несколько хотя бы. Так мы можем сейчас сварить и этот поспать, да? Да, сейчас. Пойду еще. А что там за 2 кабанов-то дают? Я квест сделал, надо сходить сдать на кумыру. СКС-ку дают. А, это есть, это если только продавать. Ну ты там можешь взять патроны. А, ну, там так, еще лейза. Патроны. Да, ты можешь взять блейза и это патроны. О, кстати, да, 308, прикольно. Блин, бегаю с АВМом, только живность стреляю. Надо талибанов поискать.
Ремонтный верстак, одежду чинит, да? Да по всё. Целого. Все практически. До Престина чинит. Да, вообще. Кайф. Грибной бульон и позы прилечь. Он тоже, кстати, нормально такой сытный. Ну да. Я вечно их наварю, но у меня так живность спавнится, что, блин, мясом одним питаюсь. Мы в прошлом сезоне делали этот, ну, в ящиках кастрюли вставили, блин, большие этот... Там засадили картошку с кабачком. Клац потом. Ну, нормально. Какие рецепты еды тут есть? Да там до хрена рецептов. Борщ, уха. Уха. Борщ, уха. Не борщ, суп. Позоронание. Нормально. Яичница есть еще? Или нет? Нету. Ну все, поддончик до дома донес, можно дальше бежать. Я все компот никак сварить не могу. Компот это типа с яблок? С ягод. Ягод? Это больше варенье тогда. Ну это компот, он тоже там лечит от чего-то. 5 поддонов надо будет теплиться. 5 поддонов для чего? Теплица. Офигеть. Но она вроде запирается, в нее никто не может зайти, или ее лучше на крыше ставить, как многие смотрели. А блин, ну и чё, поставила она, пускай стоит, чё. Ее разобрать никто не может. Ничего с ней сделать не может. Так, смотри, Ян, мы сейчас с Северограда бежим, там туда-сюда, мне надо будет съездить, ну, с женой до тещи. Я в бутылку налью этот. Ну, нормально. Нормально. Да, наливай в бутылку. И а половинку я сейчас. Клякса появилась? Нет. Можно не колоть, значит, да? Да. Да без проблем, есть по делам. Тоже не, я моментами буду отскакивать. А шкуру лисы тоже можно дубить? Да, только здесь шкура нахер не нужна. Почему ты их дубишь и потом продаешь там из одной шкуры 6 дубиных шкур? Дубленная шкура не продается. Почему вчера ребята продавали? Хрен он вроде нет. Сделал, что можно продавать. А он что-то там писал, что что-то со шкурами. Там каждая дубленая шкура 600 стоит. Они вчера 24 штуки сделали и поехали продавать на 30-ку. Тебе комфортка нужна? Нет, нахера здесь комфортка. Треногу можно в любой момент сделать. Я вон супчика клац, бутылочку и ништяк. Побежали дальше. Побеждено, блин. Вот лиса, она беззвучно вечно подбегает. Нам что-то не везет вообще на животных. Тварь. Бегай. У меня просто рядом с Томом спаун 4 пяти волков. Сзади, сзади.
Ну, две баночки попить. С двух зомбей. До белого подняло тебе? Я еще не ел. Желтое. Да будет красное, тогда поем. Да ешь смело. Полностью так, выпивай. Зачем? Потом намутим, сейчас еще будем собирать грибочки. Ну, ну когда будет, тогда и... Нету смысла. Сейчас у меня уходит чтоб по одной. Чтоб не испортилось. У меня уходит по одной. У меня желтая. А у меня скоро будет красная. Тогда. Потому что чем больше у тебя еды внутри, чем больше у тебя расход калорий каких-то. Ну я тебе понимаю, я понимаю, но не настолько аж этот. Но у меня по две уходит. Даже фуловое, если яблоко сделать, две всего лишь единицы. Ох, ни хрена себе уже построились. Да, я видел там. Там у вас на севере, да, там очень много больших баз. Вон еще база, ни хрена себе. Поэтому я что-то в сторонку от всех ушел. Тут у меня хотя бы пусто, никого нету. Справа большая база, слева большая база. Угу. Сейчас пропал, но мы уже далеко. Возвращаться не будем. О, талибаны. Повезло, да, повезло. Комфортка. В очень хорошем состоянии, тебе не нужна? Поношена? Да нет, не, нет. Комфортка мне не нужна. Я ими не пользуюсь. Все открыто нахер, надо идти дальше. Вот. Бля, в упор звук забагался, прикинь, от талибов. В упор ко мне идет. Скотчик. Скотчик, это хорошо. Ты справа или слева? Я слева. Я справа вот там. Угу. Давай, я тут справа чуть-чуть подымусь. Бля, вот. Жалко, одна обойма на АВМ всего. А чё за АВМ? Квесты делайте. На дальняк, винтовка. А бля, патроны на нее он... есть? Да, 338. Ну, а ты находил их? Они вместе с квестом даются. Ну, и продаются он на кумырне. 357 нашел. Бери. Фига талип-то бежит за мной, а мне даже не перезарядиться, блин. Сейчас я секунду отойду.
Бутылка зачем нужна, такая зеленая? Потом самогонный... Нет, это самогонный аппарат. А, это да, от психички потом самогон гнать. Кастрюлю бери туда, ненужный хлам. Я уже два грибочка нашел еще. Она убитая, сильно не буду брать. Почему? Ну ее можно будет потом починить. Коробку в кастрюлю нельзя, да? Я не знаю насчет этого, Ян. Надо было брать там, где я вылавливал, там получше качество было. А я ее забрал, Ян. Я две там выловил, да. Да, ну я одну, которая была, этот, я выловил, ну забрал ее. Я уже 4 грибочка нашел. Опытный. Блять, минус ОВМ, прицел очень большой. Когда он сближается, талибан, тяжело целится. Там нельзя зумить? Нет. Ну сейчас еще один грибок я найду. И можно будет еще готовить супчик. Хорошо. Тема. Ну, ты говорил, Дэн. Все убил. С эмкой. А эмку можно забрать? Да. Да, она у него выпала. А это такая плохая без прицела? Да, да, да. Без при... Да, о, плохая. Поддон. Разбирай поддон, разбирай. Это гвоздички. Так, мне доклады 650 метров, так что нужно идти его откопать. Это были Причем звук от талибов почему-то багается. А у тебя, Ян, конфорка есть? Ну, с газом. Да-да-да. Так, я пойду откопаю клад, он где-то здесь очень близко. Ну, иди откапывай. Сейчас я лопату сделаю, да? Не понял, почему у него только штаны? Ну, куртку где-то дальше, ну, в другом месте ты сбил, ищи. А, во, о, фильтр. Ну, сколько в нем? Ну, чуть-чуть. Пойду второго чекну. Мне противогаз нужен, у меня с этим проблема. Фильтра есть, у меня противогаза нет. Да, я проебал противогаз. У нас хороший. Был я и выходил тогда. Я один я остался. Ну, а я проебал противогаз. Опа, доски кто-то разобрал. Да я а, там это ты. Лопату сдам, пойду. Полкилометра. Мог бы у меня взять лопату, блядь. Ты не говорил, что у тебя есть? Ян, ты меня пугаешь, отвечаю. Отвечаю? Не, он говорил, что он нашел лопату. Так я уже был тогда или нет? Да. Да? Я прослушал, значит. Даже я слышал, да. Ну, извините, извините. Я же говорю, этот, помимо того, мы еще раз вспоминали про мою лопату. Да извиняться-то, что этот, ни хера страшного. Этот, мы еще про эту лопату вспоминали когда? Правильно, когда о теплице говорили. Не, я спрашивал, лопаты можно делать грядки, ты сказал? Да, я говорю, да, и как раз она у меня есть. Вот так вот я и сказал. Вот так я вас слушаю. Но, я же говорю, ты меня пугаешь. Да не бойся. Да блин, не, он разрядил только всю обойму на эмку, жалко. Ну а что ты хотел, блядь? Их надо убивать быстро. Да я только прицелился, они уже побежали, блин.
О, вторая, а нет, пионер. Ну, пионер тоже там у него может быть. Прикинь, 13 гвоздей и деньги. Вот, сука. Упала. Да нет, не на голову, туда, куда хотел идти. Я постоянно там гвозди искал. Ну, сейчас покрутимся, повертимся, пройдем. Где-то в этом поле у меня и будет. Метров. Так по одному, вот так по три. Блин, если я сагрю зомби, они все, да, на меня побегут? Конечно. Пойду я еще, пока в газ грибочек найду. Это портупея, которая мили, она такая бесполезная, туда даже лопата не заткнуть это. Место моего схрона. Да, прямо там, где обычно схрон делаю. Сот гребней, патроны, схема и морфин и ремень. Это в кладе? Да. Mm-hmm. Ну, можно смело идти на кумырный замок покупать. Возвращаться сюда. Он мне выскочит. Теперь куда эту лопату, ее разобрать можно? Нет, не, этот. У тебя краски нету зеленой? Нет. Плохо. Ну, зеленая краска. Бля, АКМ еще нашел, прикиньте. Нормально, а ты где лазишь? Это я вот этих талибов убил прямо у ментовки, у машины. Нормально. Старый, ты где? Я в начале поселка. Запрудный или как там? Сейчас я выйду на железную дорогу. А что мне с лопатой выкинуть? В зеленый цвет покрасить и в траву выкинуть надо. Я могу просто выкинуть и запомнить, где она. Ну, выкинь ее и забудь. Выкинь и забудь. От менты. Где? Простые там... Нету? Не знаю. Это ты стреляешь? Да. В лесу. А с хера они, блядь. Да чё, уже залутанный, запрудный, блядь. Вы заебали, блядь, где это? Ну, потому что нет-нет, попадаются менты. Три штуки. Так, а так мне нравится. КМ-чик, говорят, хорошо, да?
Ну, блядь, найдешь барабан на 75 патронов, вообще будет сказка. Ну, это на СЗ, наверное, только. Ну да. Блядь, хрен его знает. В общем, выходи этот, за Прудному, в начало. Дождемся сейчас этого. Я вот Газ. Этого, как это называется? Актира. А, ну беги под над берегом. Ну как, по дороге беги, я тебя здесь дожидаюсь. Я сейчас этот, еще просто грибочек. Ну там, где газ или... Да, да, я возле газа. Я возле газа. Тут я тут. Я просто вот запустил грибочки. Блин, гнилой, блядь. Вешенка. Не гнилая. Ну сразу костер разводи, будем супец сделать еще один. Вот еще один. Опа, витаминка. Вот еще. Уже один на следующий супчик нашел. А это разве Запрудная называется? Ратная или Запрудная, блин, не помню. Вот Запрудная еще один. Вроде где казарма. Ратная, блядь, не помню вообще. Два грибочка. Палки собирать, да? Да, палочки, и сейчас супец будем готовить. Еще не знаю, я уже на второй суп собираю. Два гриба на. Идея белая еда сейчас. Нет, ну вот. Еды. Ну понятно, ладно, хорошо. Тогда не будем готовить. Бля, мясо сгнило, блин, пока бегал. Ну вот нормальный так дроп с талибанов-то, считай, МК, АКМ, блин, пионер, сразу три ствола. Ну а у меня, например, этот уже получается 10 грибочков. Ну уже один суп точно можешь сделать. Держи, гребни. Оружие. А, этот, не, они пропадут. Если ты не сдашь, этот, надо... Деньги так. Возьми. Да, блин, сдать надо. Они не будут работать, пока ты... Квест не сдашь. А, все, понял. Хочешь тут лутануть, да, все? Ну да, дождаться и лутануть. Так. Да, блин, нахер этот нужен? Делать костер? О, да. Может, костер, просто конфорку да. Дам? Ну, давай просто конфорку. Так, сейчас я еще два грибочка найду. Вот я здесь запускал. Вон туда. О, у меня голоса пошли. Это что, вторая стадия? Да. Это уже галюк не поможет, типа? Что за галюк? Ну, галоперидол. Должен помочь, да? А поможет. Я вот думаю, когда его тыкать-то, блин? Ну я тыкнул, когда у меня голоса было, у меня полностью все пропало. Ну у меня только первый раз она сейчас заикнулась, значит, так вот, у меня я грибок только нашел. Такой. Гнилой, не гнилой? Не. Ну все, пошли туда к водичке. Сейчас два штучки сварим. Разольем его, поем костям. Ну и гнилых тут до хера сейчас. Вторая. О, сейчас аптечки полутаю, надеюсь, вытащу, тогда вкалюсь. Держи. Давай. Вот у нас два супа. Бля, опять леса, а? Да что ты делать-то будешь? Да вон можно в этот, вон в домике зажечь костерчик. Да, какой-то палки подними. Только мне аж этот. Я кастрюлю. Ну ладно, сейчас я. Наполнить еще одну водой. Ну ты сейчас, если наполнишь, положишь в себя, она выльется. Так я в руках. А, не. Сейчас. Да я сейчас вон дойду до домика, там поставлю одну кастрюлю и вернусь, еще наберу. Не переломлюсь.
газ пропал как раз. Сейчас сварим и сразу пойдем. Ты в этот уголек первый, да? Да. Заборы, блядь. И сейчас один с одной стороны, один с другой стороны будем лутать. Пострел? Чё говоришь, брезент еще тоже нужен для чего-то, да? Да. Для теплицы. Нет. Теплица это 6 поддонов. Ага. А брезент, кроме мешка, на что еще нужен? Брезент. Ну, сделать спальник, а еще что можно из него делать? Интересно. Водосборник. О, прикольно, надо будет тогда, ладно, оставлю пока. Ну, нужна канистра. Воду. А, это сложнее. Вообще сложно, я так и не нашел до конца вайпа. Ну, ништяк. Сейчас мы сходим. Я сразу две так, бутылочку, пляжечку приготовил, наберу. Вот сейчас два. Я выпью воду. Что нам не пьется. Так, сильно поврежденный, сильно поврежденный. Надо нахер потихоньку избавляться от него. Так, держи вот это. У тебя глок был, да? Да. Вот патроны ты бери. Бери одну кастрюльку с сэжевой. Бля, кастрюлю опять нашел. Блин, точно надо на кумырную идти продавать их. Там батарейки выкинул, они в будущем не будут нужны. Да, нужны, нужны. Нужны будут, но их хватает пока. Нахер. Ну, есть место, забирай. Что я забрал? Забрал. Тут тоже был. Все, кастрюля пустая. Ну да. Все. Потопали. Ты слева, я справа. То есть, ну, я слева, ты справа. Вот поддончик разобрать, воздочки. Походный рюкзак, 72 слота, оружие крепится, да?
Блять, а как я так в перчатке? Кончились. Зомби обыскивал. Ну да. Они теперь при зомбях фейлятся. Да не, я вроде только кастрюлю в руки брал. Бля, еще один ломик. Куда я их собираю, не знаю. А ломики где нужны тогда теперь? Компьютер разбирать нельзя, да? О. Нет. Рюгер нашел. Здорово, карасик, добрый, косарик. Обгануло. Привет. Блядь. Дайди. Да. Дань ты. Да давай же. Блин, глушитель вообще хреново работает. Да не, нормально. Ну, когда в большой городе много зомби, наверное, плохо, согласен. Зомби обыскивают эти. Думаешь, надо их обыскивать у них, чтобы. Блин, ну я. Конечно. Сейчас ты. А ты че скулишь? Да. Заражение. Ну, ты обработал? Да-да-да. Пропало. Так, а чё ещё выброса, да, не было? Угу. Радиатор. Я не понял, я обработал, но у меня рана не пропала. Так. Но... Боже, а пропало. Таблетка пропала? Да. Ну ещё раз обработай. Не могу. Люк? Значит, ты что-то другое цепанул. Да. Тест сделай. Тест есть? Делай тест. Сальмонелла. Это водка? Да. Это выспаться тебе надо до таблетки. Ну, блядь, это сальмонелла, мы... когда мясо, да, как бы грязное вроде поешь. Да хрен его. Воду он попил, блядь. Вот что он вот сделал. Ну все. Бутылку эту выкидывайте. Бутылку на глушитель и пустить. Не выкидывай. Ну, либо таблетками обработать обязательно. Откуда пил. Так у меня там это... Суп. Ну все, хана супу. Хана супу. Возьми этот... Этот... Знаешь, что надо сделать? Этот... У тебя хлорные таблетки есть? Ну, суп, наверное, можно, если можно почистить, да, то хлорными таблетками все бутылки прочисти. Ну и вылечиться тебе надо. Тебе надо выспаться до таблетки. Сейчас постараюсь. Нужно а это только ночью. Воду ты пил, вот оно чё. А воду хрен его знает, откуда ты набирал. Так вода у меня чистая была. Когда я выходил. Потому что я грел, ну, понимаешь, да, вареная. Ну, я понял. Вот поэтому я всегда грибные супы ем, и нормально. Сейчас куда-то в конец этого поселка пойдем. А водка помогает или нет? Нет, водка только калории дает вроде и все. Да, здесь водка, по-моему, не работает. Так, у коса были эти витамины. Сейчас его нету. Сейчас в конец города отбежим. О, пачечка гвоздей. Ну ты сейчас не выспишься, время-то сколько там серверного. Жди ночь, бегай так, только ничего не ешь просто.
Вторая пачка гвоздей, ну прям просто. Тупчик, блин, надо этот. У меня даже не зомби, я сальмонеллу. Просто открыл эту, как это называется. Или витаминки тебе нужны. Это витаминка. Воду выпил ты. Или грязными руками что-то поел. А перчатки сними. Ты перчатки когда похоронил, у тебя порез, наверное, был, да? Да не, руки чуть. Сейчас попробую помыть. Да не дает. Да я просто порезался, открывал аптечку. Ты, вот, он порезался, и все, из-за этого он получил сальмонеллу. Спасибо. Поэтому следите за перчатками всегда. Если сильно поврежденные, лучше скидывать, менять на другие. Не, выспаться днем тоже можно, только нужно часто витаминку спать. Ты не получишься. А витаминка днем не получается? Нет, тебе надо прям до конца выспаться. Так получится выспаться, просто нужно сейчас попробовать. А говорю, витаминку ты не получишь, витаминку ты получаешь только под утро. Да? Да. Разве не привязано просто как высыпаешься? Нет, я же говорю, витаминка получается, даже если ты этот в начале ночи лег. Да нормально, не переживай, бегай так, ночь придет, ночью ляжешь. И все вылечишь. Я особо не переживаю. Потому что я уже это проходил. Я, правда, когда стакал мясо, съел просто кусок волчатины. Так, ну две коробки гвоздей, талибаны с АКМами, М-ками, это уже прям нормально. Ну, вот кто-то здесь, блядь, уже пачку гвоздей нашел. Блядь, мы за кем-то идем, жопа, блядь. Откуда ты знаешь, что он нашел пачку гвоздей? Потому что это лежало. Бумажка? Да. Это не факт, она может спавниться. Угу. Престиновская? Да. Просто лежать. Бумажки? Да, да. Они где угодно спавнятся тоже. А ремни брать? Нужны ремни? Да нет, нет, не нужны ремни, скотчик. Проверить. Учим свои ботинки. Опа. Нет, только с корняком ботинки. Да. Отвертку точишь до шила и делаешь из пряжи с корняк. Да у меня есть это. На два захода хватает. Идем дальше? Да, да, да. Там палатки вроде должны быть где-то, не? Да, сейчас палатки будут. Я тебя вижу, сейчас иду за тобой. Там, по идее, спаун ментовская машина должен быть. Нет. Фляжечку нашел, еще одна фляжечка для супа. Здорово, мужики. Здорово. Как же только? Да пойдет. Да потихоньку. Выживается, норм. Да. Нас заходили? Мы ходили два дня назад. Я ходил частично без убивания талибов. Талибов? Да, там талибы на СЗ. А что это они там делают? На СЗ охраняют талибы. Лут. Ну, боты или талибы? Боты. Талибы те же самые. Да, они те же самые, они разные, по-разному настроены. Что там от зомби, как прячетесь? Никак, я их убиваю, бегаю с пистолета, да и все. Я тут дома пару верстаков поставил.
Думаю, чем заняться. На СЗ вас позвать, может. Идиатор. Ну, это актуально, когда у тебя есть машина. А сколько это... Не помните, на большой шкаф гвоздей надо? 150? Ну, что-то да. Шкаф. Да хрена. Считай, тебе надо поддон и 4 еще поддона. 150, да. Сука, у меня 145. Один поддон разобрать или домой притащить. Так, у меня, в принципе, кубик. Я могу его всунуть в себя. Поддон. Пойду пройдусь по пустошке. Кто-то тут талибов маслил. Пустошки, блядь, я маслил. Я тут ее уже залутал. Кто-то залутал. Здесь за нами, за кем-то. Пустошки со стороны заправки, да, боты были? Да. Понятно. Погнал тогда я на... Две пачки гвоздей нашел. Погнал я тогда на крону, блядь. А ты далеко убежал, да, 5 гвоздей? Шкаф разгрузится, пипец, там у меня уже все забито. Я уже пару курток, куртку, штаны там приготовил, противогаз приотачить, чтоб рюкзак, пару стволов. Что-то я не понял, куда у меня телепортнулся зомбарь. Походу на второй этаж. На крышу мог, да. Причем дверь так была открыта, он на второй этаж тпшнулся, дверь выбил. А как тебя найти? А? Как тебя найти? Я в конце пустошки. Ох ты, бля. Со стороны выбора? Да. Я сейчас подъеду, я на лясик прыгнул. О, бля, патроны заканчиваются, 22-е. У меня уже кончились, осталось 2 магазина. Вот у меня начал заряжать, и они каюк. Нет, дальше. Так, поедь ее. Это в самом конце у двухэтажки красная или дальше еще? Блин. А где зеленый? Зеленый домик. Треуголка зеленая. Ага. Ну, она напротив красного этого здания, походу, получается, сколько я помню. Ну, да, да. Да, там еще парковка есть, да? Да, мне тут падра прибежал. О, они все на тебя побежали, я уже понял, их там много. Так, вот сюда иди, на эту сторону. Переходи дорогу, выше пойдем. А как от них спастись? Мочи. Расстреливать всех подряд. Меня? Переходи дорогу. Переходи дорогу. Бля, вечно этот адреналин только нахожу, а. Я перешел. Ну, в меня не видишь, что ли? Чуть-чуть левее. Смотри. Правее теперь. Че там, ты всех собрал? Правее, левее, бля. Наверх, короче, да? О, еще один на тебя там напал. Меня не видишь? Вижу. Пизда. О, ты их почти раскидал. Что значит почти? Я их раскидал. Три пореза сразу. Да, они режут с удара, считай тебе. Ну, почти каждым ударом, да. Только починился, блять, на верстаке ремонтном. Все провали опять. Так, что тебе надо? 5 гвоздей? Да, буквально 5 гвоздей надо. Ты наверх пошел, да? А, чё, лесной кости еще одно, если у тебя будет, то я... Нет, направо повернись и беги. Вот, право, я... На, вот, 5 гвоздей, направо. А чё, лесной нету? Где видишь где-то меня? В начале, слышь, я там лесу убивал в начале, а, где-то. Да как ты меня не разделывал? Вижу. Они уже исчезли вот там, да, за лесом? Да. Просто в лесу одно. Да, я просто газ обхожу. Они пропали уже. Ну, поеду гляну, что это. Такое дело. Мне надо на кэм. Найти, блин, под этот... Магазин на СЗ надлетел, у меня тоже КМ есть.
А я только что Либанов АКМ и М-ку выбил. О, прикольно. Там, может, поеду клад выкопаю, тут 3 километра там под зеликом. А ты где-то здесь живешь, что ли, рядом со мной, получается? А вот, да, 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 помнишь, ну, я тебе говорил, вот кладбище заканчивается. А, все, я понял. Вот, добежал до конца, я повернул строго в лес наверх вот так, ага. И все, чисто на, через опушку там она увидишь. Пока кубик один там. Блин, я тоже хочу станки построить, надо гвоздей искать. Я вот думаю, блин, куда пойти. Здесь я обыскался, я тоже обшмонал. В Лопатино надо куда-то идти, я сейчас туда, наверное, путь подержу. Ну ладно, давай, я в Лопатино не пойду. Пойду по четвертому тиру. Там кабаны еще по квесту. А я уже двоих убил. Да, тут обычно тусуются они вот на поле. Ты, короче, все тут снюхал, получается, да? Ну да, я вот заканчиваю. О, палет! Я могу впитать его в себя. А ты что, хомяк? Ну, у меня кубик в него влезет. Тут обычно на пустошку 2-3 палета, если спавнится, то, типа, пара палетов лежит. Сейчас я посмотрю, М-ку я впитал. Блин, палет-то тоже нужен. Ладно, забирай, чё. Мне некуда его сейчас впитывать. Где-то на стороне, где треуголков, последних домах? Да вот здесь, прямо напротив. В сортире. Через дорогу, короче, да? Да, да, я тут стою. Да, тут зомбар пришел, а поперезаряжать. А, вижу. В аптечках было что-нибудь? Блять, ему на глобулине не нахожу вообще. Адреналин только. Не, адрик это такой, адрик есть. Да, по патронам теперь, блядь, беда. Хоть на берег иди за патронами. И за аптечками. Так, у меня, блядь, с собой раз, два, три, четыре, столько стволов, блядь, надо что-то домой чисто идти. Блин, конечно, я бы его так-то забрал. Ладно. У тебя есть куда его впитать? Давай, да, я могу в рюкзак его забрать. Если влазит, на, бери. Давай, я его как раз домой все равно пойду. Я найду тогда. Тут обычно 2-3 палета как бы на пустошку. Да мы тут, когда ходили, мы тут 3 или 4 находили. Мы не могли уйти, и все обратно домой бегали, их таскали. Ну да, мы с мейтом тоже так делали, в этих вайпах. О, грибочки появились. Поеду возле себя, соберу грибы, сварю супа. И кабанов убил, да? Кабанов я убил давно. Ну, они после рестарта, они сейчас теперь не скоро будут. Сейчас я их не видел. Ну, рестарт был вот недавно. Ну, то они были после рестарта, наверное, были или нет? Или до ты убивал? Не, я убивал еще вчера. А, да не, они тут после рестарта практически всегда появляются. Ну, я туда здесь дальше, одного... О, еще один палет, иди сюда. Возвращайся. Так, давай. Я знаешь, где? В центре... Да опять туда же беги, только подальше, к самому последний домик. А, понял, все. От души палет это да. Чё считай, 30 гвоздей экономии, блин. Экономия, да. И опять в таком же сортире, ха-ха. Я понял, какой сарай. Это вообще последний дом, да, походу? Да, самый последний дом желтенький, рядом с ним справа вот сарай. Там дальше, вот там дальше, если ты до выбора, как идти, там есть тоже такой колхозик маленький. Там гвозди часто спавнятся. Ну я здесь сейчас две пачки нашел, в принципе. Я думаю, это и то хорошо. Две пачки за один заход. Я себе. Это прям очень неплохо.
Ян, что случилось? Самое обидное было, когда я сдох, у меня на руках было 600 гвоздей. Ты говоришь, нихуя себе. Две пачки гвоздей нашел. А, ну что это? Ну. Не, пустошка богата на гвозди, там, и поддоны, и листы металла. Тут вообще проблем с этим нету. А, это ты? А. Здорово. Ну я оттуда ушел, заберешь, да? Я забрал его уже, еду с ним. Здорово. Да, да, все четко. Спасибо. Вот это по сараям обычно, и еще вот тут на кладбище можно чекать сарайчики в конце. Я кладбище не смотрел. Вот там на последних витаминки тоже частенько. И еще знаешь, где поддон? Вот, блядь, почти всегда лежит витаминки поддон. Витаминки есть? Это вот туда, через лес, если от пустошки, вот через базу мою. Там есть пара вышек охотничьих и один сарай. Ага. Блядь, в нем почти всегда лежит поддон. Понятно. Старый, ты кого-то там встретил? Да, витамины. 80%, что ты там находишь поддон, есть короче. Есть у него или нет? Есть, я есть вот уже витаминки. Сколько, да, считай, два нашел, три. Просто хомяк бы, чтобы их впитывать поболее. Хомяки, все. А что, хомяк? Все равно один влазит в хомяк. Хоть в камель, хоть в кубик. На, вот 45-й пачку. Просто в хомяк еще листы металла заходят, вот то да. Вот, это да, согласен. Он 10 на 12. Спасибо тебе, ты моего друга спас. 120 получается. Нет, не был. Все, спасибо большое. Очень хорошо. Поеду на крону сейчас. Я возле пожарки. Там волки приходят там. И все, я иду, можно сейчас витаминки внесу тебе. Костей налутать челюстных. Падр, прикинь, калитку ломает. Перепрыгнуть не смог. Так, на пожарке встречаемся, да? Я быстро ломаю, да, калитки? Не, он долго попинал ее. Не было выходные, я тут дискорд читал, охуевал, блядь. Но. Выходные очень много людей играет, по будням с утра еще попроще. Ну да, ты сейчас 37 человек, вообще попроще. Ну, не 137. Ну, тут всего-то 50 человек может играть. Боритесь, концы где-то. Барей много, только я не понимаю, где они. По звуку пацаны. Возле ментовки, чувак. Я знаю, он и дал. Он тут пытается, там мы за ним идем уже. Примерно да, полчаса. Понятно. Ну, вот я же тебе говорил, мы за кем-то идем. Ты да, с чего ты взял? Да нет, я так не говорил. Хватит мне приписывать всякую хуйню. Да? Ага. А, или кто-то говорил. Ну, я размотал зомбей. Вот рядом. Так, держи витаминки. По одной штучке хавай. Пока не забрал? Пройдет, да? Нет, не вижу. Одну съел. Одна может не помочь. Да, я понял. Клякса пропадет, и потом одну ради профилактики. Таблетка пропала, следующую таблетку. То бишь одну съедай. То бишь так профита не будет, если ты просто... Ты всю полицейку за... Ой, ментовку. Да, ну, это везде был. Пошли, может, наверх. Посмотрю, если он сплутается, может, он наверху. Это как загонная. Пошли до медички. Медички, где она? Пошли левее и уходим. Ну, сейчас вот выходим в ту сторону. Пошли за мной. Ты где есть? Я на дороге. Направо. Ой, налево заворачивай по дороге. Увидишь перекресток налево. А вот все, иди по дороге как ментовке и налево. А что, тут М-ку считают как лучшим оружием?
Типа скорострельная и прицел есть? Да, ну такая, которая с это, с Алькатраса. А, они еще разные. М16А2. А, М4, да, они какую-то считают. Да, М4. Нормальная. Блин, надо на СЗ ходить, надо химзу вытаскивать оттуда. Слушай, крыс, ты слышишь? Да, это я запер крысу ту. Нам надо быстрее до медички дойти. Пока этот парень. Базу строить будем вон там. Выше. В горе? Угу. Вы слутали, да, уже все для баски? Для баски, да, у нас практически все есть. Ну как, пачка гвоздей только, ну, гвоздей надо еще. Погода вроде не портится. Нет. Просто темнеет. Бутылка водки. Калории не больше того. Может, она, кстати, какую-то психичку и выводит, может, какое-то число агентов, не знаю. Ну, было бы логично, но в том вайпе нет, так не работало. Плоскогубцы нам нужны? Пока нет. Не забивай. Ну, возьми пока. Нам надо на этот, блин, на Кумырну потихоньку собираться в ту сторону. Сейчас здесь найти, нет? Да, велосипед прям хочется... То я пешком все бегаю, прям трэш. Мы прошлый вайп, блин, раздавали их, этот, столько было. У нас, блин, на базе стояло 8 велосипедов. А где они находятся? То где их искать вообще? Да везде, блин, вот бежишь. Первый, второй тир в спавне Нивы. В смысле Нива? Ну, в коромысле Нивы. А, в спавне на... Ну, где машины? Все, я понял. Я думаю, блин, в спавне Нива. Попутал сначала. На точках спавны Нивы. Ну, теперь так, я понял. Правильнее, да, наверное? Да, да, да. На а точках спавнах ВТРСов были мотоциклы раньше на Тесса. Когда они не продавались, а находить их можно было. А мотоцикл нормальная тема? Мотоцикл охуенная тема. Радиатор, свеча не нужна, только аккум. Разворачивается на месте буквально, ему не надо там особо маневров, блядь. В любую горку пхнет, разгоняется быстро. Еще блядь. Стрелять может, да, сосед сидеть? Нет, к сожалению. Нормально еще запор, мне понравился запор. Запор неплохо, но опять-таки это геморрой. Радиатор, свечи, блядь, какой машина. Радиатор на запере? Машины, блядь. На мотоцикле свеча тоже есть. Там есть слот под свечу, но свеча там не нужна, чтобы он работал. Да? Да. Ну я ж перещупал это все уже, ёпта. Этот, как его называют? Ну запор тоже, только чисто этот нужен. Свечка. Радиатор не нужен. Ну вот не хочется играться со всей этой шлыбатнёй, зная Дэзди, ты, блядь, поймал, так тебе радиаторы, пойди за голду купи, или найди, пойди, блядь. Да, они не надо на запаре радиатор. Ну, а там дальше потом УАЗик захочется и прочее, там все уже на радиаторах будет. Ну, блин. Дальше, конечно, захочется это, там какие-то машины новые он ввел. Ну, а какие новые там УАЗики, на которые бочки оттачатся, сундуки матросские, понял? Классная тема. Там слотов просто да хуище, блядь. Мне одна таблетка вроде поможет, но еще вторую надо ради профилактики. У меня уже клякса прошла. Ну нормально, для профилактики еще одну херяч. И нормально будет. Так. Блин, надеюсь, эта еда, я ее как бы таблетками прохерачил, надеюсь, будет нормально. Побить на две бутылки убивать. Ну да. Поставил верстак ремонтный.
все шмотки до нетронутого добить сразу, блядь. Швейка заводская отлетела. Ну, блин, извини, прости, блядь. Все поперечинить, блядь. Все перечинить, блядь. Неудивительно, одна... да? 6, сколько? 8 раз получается заводской, да, через верстак тащения. 6, и так по 25%, то так в 2 раза меньше. Шарфики, хуярфики, все поподшивай, чтоб не мерзнуть, блядь. Все, минус швейка. Что у вас там по репутации, у кого сколько? У меня 2 косаря. У меня почти 2920. А что у меня копейки. 910. Я 440. И меньше. Кустами бейте, кустами там можно бустануть немножко. Да, зомбарями, мочите зомбарей без остановки. Да. Да, похуй психичка просто. Всех подряд зомбей крыши, блядь. Понятно, ну, блядь, сейчас пока... Смотри, там патроны начали продавать на кумырне был. 357, 22, там я что-то... Ну, там нормальный ценник, 700 рублей. Ну, это люди надо, подают. Надо, блин, покупать. Это не сильно дорого, да. Я все в возде потратил. Дома есть 3 шкуры, можешь поехать сдать, купить пару коробок, блядь. А что там, дубильные шкуры скупают, да? Ну он вроде дубленые теперь берет, да. Да, это выгоднее, надо дубить их, говорят. Там считай, у тебя с одной шкуры 6 шкур дубленых, а одна дубленая 600 денег стоит. Нет, не совсем так. В стаке что-то 24 шкуры. А возле медички ты где? Она в среднем по 200 рублей где-то выходит. Надо ехать на кумырну смотреть, сколько он там что берет. Почем. Плечевая кобура, кстати, есть на эту, на портупею, если надо кому-то. Могу. Да пока уже не надо. Да у меня нет. Есть портупея, только там нихера я не ношу. Не знаю, зачем она мне. Подлом хорошо. Вместо топорика, типа. Ломиком. Но ломик, видишь, чинится только спецнабором. Ну, он ломается долго. Блять. Гнида. Может на кабанку на военку залетим, если ты рядом. Фильтра есть хотя бы половинка. Мы можем слутать там. Дигл хочется и это. Ты вообще там патроны. Вот, а мне хочется фильтр. А у тебя нет фильтра, да? Нет, у меня вот проблема. Самодельное что не скрафтил? В плане самодельный. Самодельный, бутылка. Слушай. И респиратор. Нет, так еще надо респиратор найти. Бля, я по берегу в пенал ходил. В больничке в этом видел сегодня. Ян, в сторону собора. Кумырны идем. Да, я понял, наверное. Значит, в новом. Ну, короче, да. В соборе в больнице видел респиратор сегодня. Он быстрее убивается, но держит, по сути, так же, как и обычный фильтр. Ну, рынится быстрее. Ну вот я тут ходил на военку одну, там, правда, сразу с сайги надо всех зомбарей укола шматить. Я вот думаю, может, на нее сходить, надо патриков поискать. Заодно, может, там респиратор найду. Ой, фильтр. Ой, противогаз. У меня есть противогаз, нет фильтра тебе. Рот его ноги, пошли этот. Считай, у меня фильтр полный. Сдашься. А, так давай возьмешь у меня протик. Там сочтемся. У меня вот есть противогаз свободный, так скажем. Блин. И пойдем на кабанку. И на кабанку зайдем. Ну я дома, я сейчас релогаю, я пойду там покурю туда-сюда, кофе наведу. Давай. Можешь ко мне подходить к базе, там от меня пойдем. Окей. Ты понял, да, дежу? Вот, может, даже видел кубик мой, если тут ходишь. А у тебя флаг какого цвета? У меня флаг в елку спрятанный, там пиратский флаг. Естественно. Я понял. Ну сейчас я вроде разгрузил. Это я переподключился. Там же сайги, наверное, на военке надо расхерачивать, да, зомбарей? Что еще раз?
зомбарей на военке лучше сайги, наверное, фигачить. А я с Ксюхой буду заходить, просто Ксюхой крышите. Так у тебя второй противогаз на кабанке, есть, смотрите, два патруля. Ну, у меня полфильтра и противогаз. И еще есть... А, там еще надо этих разваливать, да? Да. Если вдруг что-то этот, чтоб сюрпризом вам не было, блядь. Бля, ба тут зомбей, да куда ж вас столько? Да я их обошел. Возле стройки, да? Угу. Блин, я может тогда СКС-ку лучше возьму, чем АВМ. Этот прям, он прям вообще дальнобойный какой-то. Ой, Мосинку. А. Надо этих нарезать. Болтов? Угу. Здоровья. Тихичка, начальная стадия. Мы сейчас этот в сторону идем, блять, в сторону умыльного. Да, и чисто этот. У тебя пятихатка, у меня этот. Покупаем кодлок и назад возвращаемся, начинаем здесь обживаться. Может, если сейчас еще там 600 найдем, пачку гвоздей еще докупим, и кубик будет готов. Этих талибов надо встретить. А я там могу на этой кабанке издалека размочить этих патрулей? Да. То есть есть точка, тогда лучше АВМ тоже взять, да? Как было отвертку затачивать, кто мне подскажет? Точильный, точильный камень. Камень. Нет. Бля, волчары идут на меня. Вот вообще не на гвозди, но ни на что, блядь. Да, нормально, сейчас найдешь. Бывает, бывает не везет, а бывает, знаешь, нормально везет. Аж прет, да? Да. Не, ну неплохо, что я сегодня три пачки нашел, нормально. Ну это ты ж нашел, не мы. Ну как будто в одной комнате. Вот тяпка. Я ее забрать могу? Да зачем тяпка? Есть лопата. Вот, потом. Разбирай. Так, мне надо стрел нарезать, это все херня. Вы как варвары поддоны разбираете. Ну, у нас нету пока базы. Блять, а кам... А, у нас есть этот. У меня есть же набор. Сейчас камушек. Надо этот найти. Сиди. Ну чё, волчары, давайте, бегом. А соль зачем нужна?
консервировать мясо. А у нее такая полоска белая должна быть, как у остальной еды? Не знаю, не знаю. Я еще даже ни разу ее не находил. Я тут нашел, но она так выглядит, как будто ее кто-то выкинул. Кстати, здесь тоже может пускай машина. Ну да, в конце там сейчас все равно идем в ту сторону. Ты где сейчас уже? Я вон возле моста. Блять, ну вот это вот бумажка, блять, кто-то нашел уже, блять, гвозди, сука, заебись. Да это могут быть и патроны. Сразу гвозди. Патроны. Кто там еще может бумажка оставить? Ну, гвозди. Сортирик. Да, блять. Тварь. Пять волков. Да не, он, блядь. Обыскано все нахер. А где ты? Я, ну, выше пошел этот, по дороге. Вижу, вижу. Это было. Ты тут все лутал, да, по дороге? Да, да, там нету ни хрена, плюсом, блядь. Я же говорю, в сортире не патроны лежат, а пачка гвоздей. Кто-то нашел пачку гвоздей, распечатал. Что я хотел сделать? Стрелы до этого говорил. Да, стрелы я сделал. Бля, может тоже на арбалет перейти? Нахер, да? Патронов не напасть. Что... патроны. Да и болты тоже строгать такой себе заеб. Пока еще есть чем пострелять, мы постреляем. Теперь я все поотдавал, пораздаривал. На мэйте 40 с чем-то перьев тоже. Противогаз вот, что, чинить знаю. Тоже можно, да? Резиновая это. А маска, да, резиновая. Бля, по 5 волков прибегает. Мне надо срочно, блин, эти дубить все эти кожи нафиг. Это ж охуенно, что по 5 волков. Да я устал, каждый раз они прибегают к моим. Костей вагон просто. Я в том вайпе целый этот собрал. Ну просто от них хоть делает, стояла дублёшка шкуры. Все ждали, что-то может крафтык появится. И дубили ее. И уже мейты повыходили, я сам и продолжал. Итогово забил ящик 400 слотов, полный стаками шкур. Так крафты не дождались каких-нибудь шмоток или их усиления шмоток шкурами там. И второй в очереди стою. Что там, вода рядом есть? Ну кладбище, да. Я сейчас мясо приволоку, сваримся. Давай, давай, пока. Сейчас в очереди я это, нарублю дровишек. Очередь в полдень, пиздец. Ладно, в час дня. Понедельник. Одни бездельники тут собрались. Да не говорите. У меня выходной. Чё бездельники-то? Распиздяи, блядь.
Не, выходные ебашнули, конечно, ну вон нахер, блядь. Да закончили, что хотели. Устали, конечно. Подожди, нахуй мне там учета, блядь. Ну но зато объелись, опились, как сволочи, блядь. Ты мне скажи, мы будем там у военки этих убивать издалека? Да, бери оптику. Ну я взял Мосю на всякий случай на ближняк и АВМ. Будем их, да, с этого принимать. С дальки, не со стороны КПП, а напротив, там где в заборе дырка есть. Вот оттуда их принимать, самый кайф. Только надо в поле будет зомби зачистить сперва. Что теперь это проблема зомби, блядь, просто забей, конечно. Блядь, нихера себе, я лоханулся. Что? Я себе вместо пояса сделал этот, блядь. Но портупея, а у тебя уже есть? Да, я просто хотел починить пояс. Ой. Угу. Возьми еду. Ну, сейчас найдем пояс. Да у меня есть. Тесная аптечка. А, блядь. Ну, найдем, не ладно, не... Аптечка еще полная, да, была? Да. Ну, конечно. Как обычно. И, блядь, этот проебал витамины, да? Витамины, да, все. Я спрашиваю, что это за крафт такой, блядь? Починить хотел пояс, а... Как, я чем, помню так, чем на БДСМах. Этот, чем тогда так. Этот пояс ебаный чин? Швейкой. Швейкой, да. Я помню на БДСМах как-то это, карманы покрасил с лутом. Так этот, типа... короче, как это называется? Пояс этого, блядь, как это? Ремонтника. Ремонтника, блядь. Пиздец, блядь. Он вроде кожаный. Логично, блядь. Ну ты когда крафтишь, там же тебе пишут, что ты крафтишь тоже, как бы, ну. Прежде чем набрать анимацию, надо посмотреть 100 раз. Все поубирать. Теперь я уже знаю, что нужно смотреть 100 раз, блядь. Ну хотя бы разочек. Поговорка есть хорошая, да? 1 раз, ой, 7 раз отрежь. Да, отмерь. Ой, да, да, ну да. Этот, все, это пиксели, которые да, тебе вернутся. Ничего страшного, Ян. Все нормально. Че ты этот? Найдем аптечку, найдем все. Медицину да, найдем. Поосторожнее, по сейвове сейчас дальше играть, да и все. Так, нож с клыками. Так, доски. А у тебя картошка есть? Картошка есть, да. Вроде что-то пару картошин. Ну, у меня есть кабачок один на кумарне дали. Можно мясной суп сварить. Давай, сейчас он у тебя целиком, да? Ну, у меня мясо сгнило. Я не успел его ни посушить, ничего. Последнее. У меня только кабачок остался. Ян, ты где? Это мясо новое. Я картошку возьму, и тогда есть, и мясо. Есть картошина, да. Тогда давай лучше супа разольем пополам по этим, по фляжкам. Блять, снова эти карманы, а выглядят как гвозди, бля. Смотри, Ян, там возле магазина на повороте могут быть эти. Те самые. Такистанцы. Другалёчки. А я без оружия иду пока что. Ты слева, справа лутаешь? Я вон возле церкви. Ну ты справа, значит, справа, шел, да? Да, я справа зашел. Слышу оленя, может его завалим? Да нахер он нужен? А шкуру нельзя продать разве? Ну можно и мясо, но ты его очень тяжело.
Так, кастрюля полная стоит. Дрова я принес. Все, я все последнюю волчару раздел, сейчас бегу. Не видно, не слышно. Ничего. Как-то полутался перед нами. Да. Все, костер заряженный. Блять, я с плиты нечаянно не сковородку убрал, а кастрюлю вылил ее, сука. Я нашел какую-то портупею для... Под дождем можно набрать, пора, да. О. Мне кажется. Портупею для чего? Да, для топора. А, и куда я? Ее? Она на некоторые это... рюкзаки и ремни вешается, такая типа... Держалка для топора, да? Да-да-да. Да, очень классная штука. Хорошая штука. Оставь ее. Положи в себя. Блять, прикол, что некуда. Спасибо. Здоров. Ты олень или свинья? Непонятно. Олень. А, это челюстную кость возьми. Давай, я могу хоть все забрать тебе их. Ну сколько влазит, возьми, да. Я сейчас пока этот супчик сваришь, посидишь, я напилю на шкаф. Столько всего поубирать есть у меня, блин, в шкаф. Ты там уже выше пошел, да? Пора. Не, я, ты как раз перебежал на мою сторону, впереди меня идешь. Так, кастрюля с кабачком на плите. Так, все, бегу. Я это... Пойду деревья заварю. Ты через лес, получается, от меня где-то живешь? Ну, получается, да. То есть ты на кладбище иди через лес. И на дальние от себя опушки, получается, как раз там меня и найдешь. Так, топорик вот тут у меня. Это вообще сегодня не прет. Не ловится крокодил, кокос не растет вообще, пиздец. Да мы за кем-то идем, блин, просто толпень. Так. Да, вот еще костер тут. У вас там на севере людей больше, чем где-либо. Ну да, там все ходят. Там лутано. Лутано, перелутано, блядь. Ну это пока ажиотаж начала сезона. Это нормально. А я еще все свои спички поебал. Сейчас в одном месте посмотрим еще зомби и пойдем в лагерь. Зайдем, пробуем, может. Лагерь чуть чуть левее от этого места, не? Правее. Правее? Да, мы сейчас посмотрим. Я посмотрим. Ну, посмотрим и правее. Вон там лагерь. И потом дальше пойдем в этот. На Кумырна. Все, я уже вроде тут где был. Далеко остался. Нету таких станций. Бля, ломик с собой пру, ну ладно. Так, ты где, уголек? Ты мне, чтоб тебя, чтоб ты меня не потерял. Ну все, выхожу по дороге. Это? Ну, получается, возле колхоза. Колхоза? Да. Все вылизано, блядь. Так, где ты? Дай вон бегу. Близко оленя. Где-то сзади. Там ниже. Ну да.
два магазина, знаешь, да? Да, который верхний, возле колхоза. Вот я сейчас там. Ну? До верхнего магазина. Вот теперь направо от 90 градусов и беги. Правда? Увидел меня? Ну ты видишь меня? Да, 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 да. Магазин не забегай, я там уже был. Знаешь, что еще не было? Выброса, вот что не было. Да, сегодня еще не было выброса. Ты через лес пошел, да? Да, да, да. А я уже достал выброс сегодня. Сегодня рано сел. По тропинке красной. Фу, какой ливень пошел. Тропинка красная, блядь. Да, так, блядь, ну ты там прямо бежишь по дороге, когда вот этот, и сразу в лес. Выйди на дорогу, я тебя заберу. Да. А дождевую воду же пить можно, да? Да. Да, просто с кастрюли ловишь или с бутылкой, сразу пьешь без проблем, ничего не будет. Все, нашелся. Вот дорожка, видишь? Прямо, сразу. Лесная тропинка. Но практика показала, всю тару лучше хлорировать по возможности. Ну я пока вот всегда нормально все проходило. Пустые, я вот сейчас заморочился, все бутылки, все фляги. У меня был стак хлора. Все по это похлорировал. Так, что-то один я у кладбища. Я или ты, у тебя этот висит? Флякс. От конца кладбища в лес, в опушку вот четко беги. Что? Перпендикулярно вот последнему забору, да, вот так вверх. Okay. Поднимаешь, я сейчас на встречу вышел. Видимость плохая в дождь. Чтобы хлеб купить и млеко, видишь? Ну я сверху от кладбища. То я на опушку вышел в лес. Do pracy mówi, że do tygodnia czasu żadne kary nie wchodzą do rekrutacji. Miałam dzisiaj z nią rozmawiać, ale rozmawiać. Ale to w szkole jakby. Вот тебе там по-польски насыпали, конечно. Да, да, я послушал, ага. Так, я только понял. Я не вижу, ты уже должен был найти я меня. Я сверху кладбище на пригорке. Что? Я не вижу тебя. До леса, ну, вот, я короче. По полю бегу. Конец кладбища. Ну. Вот конец Добра. Кладбища закончилось. Ты в него уперся, если по кладбищу шел, уперся в забор, который вот. Ну. Все, вот последнее. От этого забора перпендикулярно в лес поднимаешься. А, наверх, что ли? Да, да, наверх в лес. Четко. Влево, вот... то есть, ты имеешь в виду? Да, да, да. Если, как я говорил, вот из кладбища, тогда налево вверх ты идешь. А, я, значит, перешел. Ну, ты мимо меня прошел, к кладбищу спустился, да, да. Я между тобой и кладбищем, получаюсь. А не в церкви живи? Если я правильно тебя понял. Ты же со стороны пустошки, Мышкина живешь. Ну, я там на холме, в Мышкино, да. А вон я тебя вроде вижу. Вон я. Да, я тебя вижу, ага. Хуешу. А, так я даже перешел, мне надо было сразу влево чесать. Да, ты вот я понимаю, у тебя вот так база. Да, прямо, да, туда. С моего леса выходишь, и там кубан стоит. Я видел твой кубик, значит. Недостроенная.
Я не могу разбирать стены почему-то, у меня какой-то баг, не понимаю. Не, я все вон разбираю. А ну, ты писал тоже. Нельзя. А территорию ты свою застолбил, ты ее там сделал? Да, у меня флаг стоит, все. Ну, ты прописан там стопроцентно. А как там прописываться, я без понятия. Ну, там надо подходить, делать территорию. Тут кто-нибудь подойдет, создаст свою территорию, и все, и ты не сможешь ничего делать на базе. Так, вон кастрюля. Так, картошка. Так. Тут газ падает? Не. Он может на сковородках пожарить сталом мясо. Все, я быстрее буду. Ну, можно. Делай, а то я никогда не делал. О, целую кучу выложил. Это вот так. Ты супы не варил? Почисти картошку пока. Сейчас. Я тебе еще эти косточки сейчас скину. Да, просто выгружай на пол, я разберусь. Так, вот одна сковорода есть. Если что, если мясо загнивает у тебя, например, там волка. Но. Оставляешь куски, понял? Убиваешь знаю, следующего волка и встакиваешь гнилое мясо в сырое. А, и будет все окей, да? Да, да, да. Только я никому не говорите. Это, это жесткий арбуз, никому не говорите. У меня клякса выскочила. Так. Я помню, у меня было такое, что можно было с разных стакивать животных мясо. Ну это пофиксили, сейчас крысу там волка ты не встакаешь. Ну да, да, да. Что там, одна картошка целая нужна? Целая одна картошка, да. Ну ту нечищенную себе оставь. Кастрюля. Давай. Все, делай, я пока телефон отвечу. Давай. Ага, есть. Медичку, в общем, залутаешь, да, все? Да, я помню. А клякса выскочила, хрен знает что. Даже не было ничего. Проверялся, был чист. Не знаю. Не пил, не ел, ничего не делал. Нет. А толку? Ты зараженный. Зараженную кровь смысл сливать, да. Ты все агенты потом перенесешь. Кровь, кровь только здоровым надо сливать. Я вроде был здоровый. Вчера мне клякса появилась, я не знаю. Простудифилис может, мёрз. Да не чихает, блин. А он не сразу чихать начнет после появления клякса. А вот и аптечка. Так это можно сразу и провериться. Болел снова. Холера начальная стадия. С хера холера. Не пил, не ел. Холеру зомби могут заносить с любого пореза. Да. Может холера залететь. А холера у нас витаминки только, блядь. Ой, тетрациклин. Чуть не проебал в супе 97% кусок. Вот это был бы номер. Когда бы он сгорел. Ну, сейчас скоро поедем, да, да я да. Да ничего, если что, я скинусь. Это. Не думаю, что так быстро откисну. Ну да. Ты уже тут все утонул, да? Почти, да. Тетрик только у такистанцев, правильно я понимаю? Ну и у людей в имени. Ну да. Ну, да не, надо... он находится она, вот я вчера вам рассказывал, где мы находили медицину. В кузовах больших грузовиков, смотрите, обязательно.
Я поэтому третьего и перешел играть, потому что третьего в него запрыгивать не надо. Ты в кузов от третьего лица заглянул, и пиздец. От первого бесит, блядь. Тут калории расходуются на прыжок, тебе, чтобы заглянуть, надо 100-500 калорий тратить. Я доски режу. Зажигай там все. Шкаф поставлю сейчас. Горные таблетки ты не взял там? Да, херня. Все, двигаемся, да? Да. Я заберу все хлорные таблетки. Почему тут нету этой партии тиммейтов? Ну такое не сделают, если это ПВЕ. Да хрен его знает. Разве соляра не выводится, когда хорошая этот иммунитет помаленький? Или она просто тупо накапливается? Не, она потихоньку выводится. Но ты ей не заражаешься изначально. Когда подхватываешь немножко агентов, то у тебя при хорошем иммунитете не гасится иммунитетом. У меня постоянно хороший иммунитет. Реально, когда недостаточно хороший теперь иммунитет, когда хороший. Нужен улучшить. У меня все время был высокий. Плюс витаминки я ел. Может водку? А, нет, ну... водку? Может от водки меня... Может, нахожу? От водки может, холера блин, залетает. Ну все, было, это, было. Водку выкинь эту всю хрень. Было, было такое в том вайпе, да, что я залетала холера от водки. Пацаны жаловались в дискорде, помню, в том вайпе. Тихо. Вот теперь... У меня схема есть, а деньги... Блядь. А, нет, деньги есть, все. Без стресса. А где этот Александр? Не знаю. А, Александр в Россию уехал. Ну, он в этот, поехал в этот... Байконур или как у него было? Байконур, да. Он поехал в этот, на Алтай. Он будет 27-го. 24-го, 27-го. Вообще не по-русски это сделано на этом сервере. Водка наоборот лекарство от всех недугов в России, нет? 100%. Лучшее лекарство от всего, блядь. Горькое, правда, но в целом неплохо. Перчика добавим. Дело в том, что она настолько универсальный продукт водка, что в нее можно все что угодно добавить. Хоть карамель, блядь. Ну да. Как ее не любить после этого? Так, мы сейчас до Кумырны доедем. Дойдем. И этот. Я поеду, съезжу. Да, тёща. Без проблем. Приеду, двинусь. Прислушаю волков. Да, назад возвращаюсь, блядь. Так. Да вон камень. Где? Вон камень. Или там камень, без разницы. Так, я тут. Поджигай тогда это, я
Почти шкаф поставил уже. Значит, мы с базой вернемся, с базой буду разбираться. Может, действительно, сейчас сходим, пойдем сейчас сходим. Это когда много, приготовимся, пожрем, да, пошел, к тебе зайдем. Посмотрим, что у тебя там с базой сразу. Чё тянуть-то, блин? У меня осталось тут немножко досточек. Разжигай костер, да это. Посматривай за ним. А я тут прям напротив двери, короче, я рядом. Ты что, не переживай. Короче, я от удочки избавляюсь, я думаю, она нам больше не пригодится. Да пригодится. Оставьте на базу. На базе оставь, оставь. А, то есть кабачок, картошка и всего лишь два куска мяса? Да. Ну, мне на БДСМах борщ рецепт нравился. Самая калорийная херня. Согласен. Борщ? На БДСМах, пиздец, два грибочка, бульон. Два куска мяса. Самая калорийная херня. Самая такая топовая. Это самая топовая еда, да. Но у меня еще, если что, есть 20 семян кабачков. Да я сегодня нашел, надо будет все это тоже заняться, вырастить. Я за там 12к часов, короче, в это ни разу не садил огороды, даже на самых жестких там серверах, PvP, в PvE, неважно. И тут, блядь, на перваке впервые в жизни огород садил, вон в том вайпе. Я вижу. Пиздец. Жизнь заставит, блядь. Так, деревянный поддон. Угу. Картошку с зомби лутаешь, ее можно высаживать. 12, она подожди, выпадает. Пускай подойдут, ну, зачем да, ты да, будешь этот тратить патрон? А кабачки, если теплицу, которую ты ставишь, там аж 11 слотов пополнение. Ну, имба получается. Блять, промазал. О, сковородка пожарилась, что их снимать? Да, просто стягивай и мясо выгружай на пол. Будет самое быстрое остывание. Да в рот ее ноги. Пускай убегает. Кабачок сварился. Ну, оно же в месте. О, и мясо сварилось. И когда оно сваренное, оно сразу сейчас станет супом. По флягу себе наливай. Шкуры нужно забирать, да? Да, шкуры надо бы забрать. Мясо забрать, продадим сейчас. Мясо можно стаковать, правильно я понимаю? Да, 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 да. Жир не берем. Жир нужен, если у тебя сковородка, тогда можно жир у меня брать. Есть сковородка. Потому что сразу ты жаришь 4 куска мяса. Жир тратится, а мясо целиковыми кусками остается. А теперь нужно подумать, что нам нужно, что не нужно, чтобы забрать. Но выгоднее шкуры. Мясо. Мясо выгоднее, чем шкура? Его хотя бы продать можно. Да, ну, да, оно все этот мясо. Все, можешь все убирать. Прятаем. А этот у меня здесь дохуя грибов. Починки прицелов очень нам нужен. Вокруг. Ну, вода нет, ну, вода прицелы. Близко вон на кладбище. Там же и порыбачить. Да, у меня то же самое. Компас мне нахер не нужен. Волки приходят, так что. Че, я себе вон забираю остальное мясо, куда мне хватит? Оставляй, оставляй, я сожру, мне как раз пора покушать. А, на тебе вот так. Противогаз я скинул под себя, там где ты стоял. Все, я нашел, еще фильтр на него поставлю. Да. Это я куртку кинул, чтоб шкаф ровно поставить, понял? Смотри. Я думаю, у меня все время они тоже наклоняются по-разному. Ну, ставишь ты на землю, потому что под базой, а не на пол базы. А я кидаю всякое разное. На БДСМах, помнишь, в землянках там кидали бумажку или тряпку какую-нибудь? Так и здесь надо кидать что-нибудь. Так. Штаны. У меня, кстати, гвозди даже остались.
почему-то как-то я посчитал их. Так, ну все, противогаз с полным фильтром, это хорошо. Лопату нахер скину. Ну что, у тебя помещается? Сейчас кобуры, постараюсь. Кстати, нет лишней? А есть еще? Ты все двоих раздел? Все? Не, обычная. Раздел. Не, нет. На кэмэле хочу нацепить. Только ты раздел. Два? Два, а да. Сейчас найдем, там их куча на команд. Там команды и эти в большом количестве спавнятся, и кобура. Так. Дрожжи нужно? Нужно, да, и продать можно. Не, ну пока нет, так. Вот у меня еще кусок, можешь его забрать? Я кожу в руки возьму. Да, забрал. Ботинки. Ботинки нахер. Сейчас я шкаф укомплектую. Вот еще полукусочек. Ну я его могу застакать. Сейчас я кастрюлю постараюсь куда-то. А кастрюля в аптечку лезет? Ну должна. Так, ну я одну шкуру забрал. Нам должно хватить. Еще бы забрать эти. Может, вместо плоскогубцев? Ну, эти кости потом. О, я могу у тебя починиться, да, до этого? Ладно, тогда я возьму плоскогубцы. Погнали. Ну, стволы чини. А то уже Викторовна вокруг меня кругами ходит. Я вон этот швейку достал оттуда. Свою ставь. Не, в этом. Вот этот рюкзак. Вот он ремонтный. На этом ты его делаешь. На этом верстаке делаешь холодильник, верстак ремонтный. Сейчас я тут немножко... А 9-го у Димона было, да? Порядочки сделаю. Блин, кайф. Да, вообще превосходная тема. Я пиздец. Стволы вычиниваешь. А у Димона когда? Можешь свою швейку воткнуть и это... Сентября. И до фула, до Престина там шмотки починить. Шлем до фула можешь починить. Ща я починю. Плиту можешь до фула починить. Ты ж в плите, да? Не, у меня плиты нету. А в чем-то? Это обычный жилет какой-то? Не, у меня это... сумка, на которую Мосинка вижу. А, вижу. То лямки этого рюкзака, как будто плита, понял. Перепутал. Все, я всю твою ремку потратил. Ну, бывает. Сейчас, по идее, надо тоже сходить в лагеря полутать. Чего должно хватить? На еще на пачку гвоздей. Ой, еще отсюда я могу туда. Я тебе швейку дам целиковую. Ну, кстати, еще на с тобой. Плюс мясо. Ну, должно. Ты этот. Получается, когда если в следующий раз так сильно не это, ты их с пистолета ой, развалил, положил, закинь много туда, попаданий, верстак. Куски мяса маленькие и шкура подвешенная. Хранил. Понял. Значит, спасибо. Я, говорю, я могу тебя... Да, стой, не стреляй, я бы их с сагибы развалил бы, так, поосторожно так. Бы. И все. Короче, те, рядом есть были, один момент, я надо развалил, это... они... Ядро у тебя стопудов две престиновские шкуры, да? Понял. Понял. Так, понял. Подожди, я не слышу. Давай на другой канал немножко перейдем, а то мы тут друг друга перебиваем. Давай на канал выше или ниже, куда там можно. Давай ниже. Ниже. Ебать, тишина. Да, когда тим много, блядь, две тимы, они свои вопросы решают, мы свои вопросы решаем. Друг другу мешаем. Ну мы уже под новым этим под алтарем, не? Под алтарем, да. Сейчас туда-сюда и. На алтаре могут быть еще пакистанцы. Проверим. Это ну мы мимо них идем. Нормально. Мы идем мимо них. Еще 6 зараженных нужно. Мне я добил. У меня 1010. А этого бомжа второй раз куда везти нужно?
Блять, мы его второй раз сейчас не поведем. Второй раз сейчас надо будет вести его под этот. Потом, в следующий раз. Под... В общем... Далеко, на плотину. Да? Да, на плотину. Дамба. Это была дамба. Дамба, а, блядь, это... Там за Мышкина. Зеликом. Мышкина. Когда-то еще была старая дамба, она была наверху. Это в Армовской карте. В самом верху, правый, верхний. А с этой стороны не вижу. Ну... Там у входа, на ту сторону... возле зенита проверим тоже. А есть смысл. Мы можем, смотри, ты беги там проверь, а я возле зенита пробегусь. Ну, просто это, потом ты меня будешь искать, да? Я не буду, я знаю дорогу до Кумы. А? Да я знаю, когда идти до Кумы. Ну... Так потом мне бежать надо будет до тебя, чтобы их разваливать. Так я так... Вот я посередине пробегусь этого, потому что там еще зомбей по дороге выцепил. Мне еще 6 штучек нужно завалить, чтобы квест выполнить. Ну я понял. И заодно проверю зенит. Если ты найдешь, там у тебя будут, я к тебе побегу. По идее у них могут, может быть и тетрик, поэтому я хочу проверить. Ну да. Да и там два этих станции, я их быстренько развалю уже. У меня же СКС-ка автоматика. Ну полуавтомат, ты понимаешь, да? Ну я знаю, что такое СКС-ка, этот, у меня, ну... А, вот эти порезы были, багаются. А? Есть бинты, есть. Так заметался, это просто багается. Ну, не уходит. Тут нету зомби. О, этих. Пакистанцев. Пакистанцев. Ну, я на вышечку подал катарем. Ну, на стоянку охотничью. И вниз по лэпке пойдем. Ага. Я сейчас тоже бринты проверю. А тут боссы тоже могут быть, или это уже не тот тир? Да могут быть, но там нету точек спавна, по-моему. Да хрен с ним, сейчас этот, по-любому будет этот, должно хватить нам. Должно быть 6 тысяч. Тут пачку гвоздей купить и... Тут тоже нет. Ну все, под лэпку выбегай и под лэпкой побежим. Сейчас их разбирачу. Блять, крыса, блять, испугала меня. Я думаю, что за звук, блять. Слышу, блять, шаги. Думал, может, лиса, блять. Только еще пытается, блядь, зараза. Так, один. Два. Три. Давай, Крест, иди сюда. Ты ж обучил ментов. О, этих.
полицейский зомби. Еще один. Ну вот уже 4 тебе. Не, вот отсюда вот добежать надо. Давай. Я здесь. 3. Да нет. Прайд, картошка. Давай этот, левее. Может быть этот. Сейчас посмотрим. Оленя, куру, может, еще возьмем. Ой, еще деньги и спрайт. Ну, блядь, места нет. Деньги забрала, спрайт. Да выпей его. Руки. Возьми, выпей его, да, и все. Бизон — это вещь. Шаг бы еще вообще идеально был. Я тебе давал шаг, надо было беречь. Я проебал. Я знаю. Я вообще что-то, блядь, много косяков наделал. Да ничего страшного. Разберешься. Ну. Я слышу оленей. Да я тоже слышу, я сильно этот, увижу сдалека там, буду валить, нет. Вот где-то спереди. Там. Да, спереди где-то. Ай, блядь, кажется. Нехуя я их спугнул. Ты уже спугнул? Да. Вижу. Что ты попадешь? 100%. Убил одного, вижу. Мосина с... Не надо в голову попасть, Мосина, не, чтобы убить. Тело да нет. Да. Ну я сейчас мясо состакаю. Вообще 3 куска нормально. Пляжечку еще одну нашел, нормально, разживаемся потихонечку.
холера как будет проявляться? Еда, вода? Да, по-моему. Я вчера вечером заходил, да, в комнату, там, короче, пацан, ну, как бы показывал, что он делает, он держал в руках велик, и ему сзади, короче, чувак подошел, связал руки, и велик пропал, прикинь. Ну, вот, например, ты сейчас тоже скрафтил себе ремень, ну, как колчан, блин, наверное. Портупею. И аптечка со всеми лекарствами. Ну да, да, все пропало. А, блин. Этого было обидно. Ну да. Да под раз. Все остальное. Нас же, ну, это пикселя, не это. Ничего страшного. Сейчас до Кумыра добежим. Купим кодлог, пачку гвоздей еще. Кубик сделаем. А там уже тогда можно скинуться. Ну, кубик. Ну, а что мы кубик сделаем? Ну, можем ящик сделать один такой маленький какой-нибудь. Не знаю. Ну, чтобы ящик на 400 сделать, надо поддон. Это 30. Ну, можно поддон будет найти там. Там немножко гвоздей еще поднять искать. Да сегодня этот, по-любому застроимся. Я сейчас уеду, там меня не будет, ну, может, час-полтора максимум. Мне надо в Кубри сгонять, в магазин один там купить печенюшки. Основная еда моей тещи. Печенье? Ну да, на отрубях печенье пресное, беспонтовое, невкусное, как не знаю чё, блядь, я его один раз попробовал, блин. А тёща его уничтожает каждый день. Ты поедешь, а я постараюсь вылечиться. Ну да, там. Что-то поем. А ну сейчас я. Не фукай. Я вот здесь. Вот здесь нахожусь. Кумырно вот. Мне чуть-чуть осталось. Больше половины. Вон, на вон той горе Кумырна. У меня ничего нет, у него шкура оленя. Нет, это Ян бежит. Блин, а это, слышь, Ян, вопрос. Ты поляк, живущий в Англии. Нет, а русский... латыш. Ты латыш. Да. Живущий в Англии, женат на польке, ты 4 языка знаешь, да. А акцента русского, ну, русский чистый, без акцента. Ну, относительно. Да не относительно, я же говорю, что акцента у тебя нету. Ну, у меня с детства во дворе очень много русских было, понимаешь? Ну, понимаю. И у них довольно чистый язык, когда ты с малых лет уже знаешь говорить. Ты, ну, начинаешь, да, без акцента. Потом у меня по-английски есть акцент. И по-польски, ну, есть акцент. Ну, английский, да, я вижу, что у тебя, ну, произношение такое себе. Слышал. Я знаю только 2 языка. Это русский и матерный русский. Полезный язык. В работе особенно. Ну, да. Но английский, да, у меня как бы
я говорю, не задумываюсь. Ну, как бы, не нужно мне думать, чтобы говорить. Ну, идет спокойно. Но акцент я уже не поправлю. Там нужно очень сильно работать над этим. Ну, я особо не переживаю за акцента. Мелкого моего нет акцента по-английски. Говорит. Ну, он родился, наверное, в Англии, он, да? Он родился в Англии. Этот, скажи, я тебе скажу. Ой, бля. Чего хотел? На работе этот матерный русский, как почему? Представь, подхожу к подчиненному, говорю, так и так, надо делать вот так. Он что-то фыр-мыр-мыр, туда-сюда. Ну, там толпа стояла. Я его одного ловлю и начинаю просто расчехочивать. Я говорю, ты что, парень, охуел вообще, что ли? Я ж тебе не друг с подворотни. Привыкли, да, меня был руководитель, я тебе говорю, это, блядь, олень. Он так, я тебе, вот представь, насколько он, ну, склад. Ты представляешь, что такое склад большой, который, блин, я не знаю, площадь, но он большой склад. И получается, идет комплектация того, ну, заданий. И представь, этому руководитель, блядь, он был как уборщица, нахуй. Ну, значит, хуёво руководитель. Ну, мы ходим вдвоем, ну, по территории, и он такой раз, этот, и девчонки такие раз. Ну чё, Илюш, а ты научил его там, так надо порядки наводить, там, что это, блядь. Он для них все делал, а они на нем ездили, понял? В оконцове, блин, ну этот быстро стоило поставил всех, ну это, ну, трэш полнейший. Так, давай, а у меня один. Давай я поубиваю, мне нужно добить квест. Возьми кожу. На, тогда арбалет. Да не нужен мне, у меня патронов, блядь. Как у дурака фантика, блин. Почти. Сзади еще один. Я буду обыскивать за тобой идти, чтоб не терять время. Внутри очень много убил. Я сейчас зайду. Блядь. Да вот и вроде все. Разбираешься, да? Да, сейчас. Блин. Сейчас просто нужно обыскать, чтобы посмотреть, что внутри, да? Да.
Ну, обыскивай тогда медички, я пошел дальше. Да, у меня. Прикинь, у меня на рюкзак сум вешается. Ствол? Да. КСК ну. Повесил. До ну, этого класс. Не весилось. На место, значит. Я сейчас поменял оружие, и херакс повесил. Рация нужна? Нет. Уже пошел дальше, да? Там по домикам. Да, да, да. Какая куртка на 42, у меня на 42 такая же. Он говорил в этих УАЗах, да, таких ржавых? Нет, в грузовиках. Типа не УАЗ, а ЗИЛ, да? ЗИЛа, да, ЗИЛы, ЗИЛы. Побегал, нихера нет. Там надо сверху от третьего лица в кузове посмотреть. Да, я смотрел, нихера там. Ну все, выходи. Ты где возле автобуса? Могу не проверять домики за тобой, нет? Нет, нет. Все, там нет ничего вкусного. Парни, привет. Здорово. Здорово. Так, скажите, я просто первый раз играю, не особо. Блин, у тебя с микрофоном проблемы. Есть такое дело. Ну, сейчас нормально. Говори. А вы на каком сервере? Третий. А, третий. Оу. А ты на каком? На третий захожу. А что ты хотел спросить? Ты первый раз играешь и... Хотел уточнить, на каком сервере. А. Так все зависит, что ты хочешь, от первого лица играть или от третьего. Если ты играешь от первого лица, тогда тебе первый сервер больше подходит. А если ты любитель третьего, тогда тебе на третий. А второй, он вроде платная подписка, если я не ошибаюсь. Ну да. Сейчас вернусь. Давай. Давай я заберу шкуру, кидай. Да, ну блин, этот уже ж несу. Так, подожди. У меня вроде место освободилось. Я и так в рюкзак запихаю. А. Ну на. Погнали. Вот картошка раз. Два, три. Убираем. Одна картошка осталась. Удобно. Мерзну. Мокрый. Я тоже. Но я уже это подсыхаю. Сейчас смотри, что этот. Все продаем, покупаем кодлок и покупаем этот. Гвозди, ты говоришь. Гвозди. А что раньше это оружие там не виделось? Thank you.
Всегда под... Замерзаешь. Если холера, я поем, она заразит все холерой, правильно? С бутылки все. Да. Ну, у тебя хлорные есть. У меня есть хлор. Ну, блять, от греха подальше может выкинуть, что, блядь. Жаль, что здесь нету такой херни, как бы в кастрюлю положил, проварил. А-а-а, дезинфекция. А. У меня такой, что, блядь, ладно, потом. Чё за чё? До этого не весился, а сейчас повесился и пропадет у меня СКС, блядь, такое чувство ебаное. Насчет рюкзака. Сиплезе чупачу. Хомяк у него, да? У него нет, этот камиль. Разживемся, не переживай. Он камиль или камел? Камел. Камиль, камел, хрен его знает. Но это верблюд по-английски. Ну да. Ну вот и кумырно. Сколько у тебя этой репы? 1025. Я буду давать себе, скорее всего. Ему, может, угу. Не будет продаваться. Да должно. Че, сейчас уже вот. 5 минут. Да, и после часа, но время нормально, не свалит. Сейчас иди, этот, 2 минутки, я все. Давай, иди, собирайся. Ну, сейчас я тоже. Вот, я добегаю, сейчас продаюсь быстренько, и все, где-то, 3 минутки делов, и все, выезжаем. Викторовна, я тебе сказал, добегу до этого, и все. Все, сейчас уже вон, даже... Привет, привет. Привет. Парни, я зашел на сервер ваш. Ну, повезло тебе. Да. Так вот, смотри, вопрос такой к тебе. На месте спавна, где я появился здесь, смысла что-то лутать нету, правильно? Почему? Ну, есть. Потому что тут ничего нету. Я просто относительно недавно в нее играю. Я еще не особо знаю тут, что есть.
Но учитывая по открытым дверям, здесь уже все залутано. Да не, всегда есть смысл лутать. Потому что ты не знаешь, что... Люди пробегают и респавнится лут. Потому что если ты ничего сейчас не будешь лутать, ты просто тупо с голоду умрешь. Лейла? У тебя да. Тетрика случаем нету? Я от холеры умираю. Слушай, тетрика. Сейчас я скажу тебе. Я дам что-то. Сейчас я гляну. Сейчас, сейчас. Ты можешь сейчас поставить тетрик. Велосипед, мы не будем воровать все еще. Да, здесь дело не в этом, я выходить хотела. Сразу же. Он-то пустой, там воровать нечего. Так, тетрик, подожди. Давай мне бабки. А у тебя давно ты болеешь? Не, недавно, недавно, буквально недавно. Вот один я могу дать, один себе оставлю. А что тебе дать взамен? Да не знаю. Гвозди, если есть. Ну, гвоздей у меня 10 штучек. Пойдет? Ты кадынчик, что есть? Сейчас. Вот весь все, что есть. Держи еще вот. Большое тебе спасибо. Все хорошо. Так. Все, я. Помогло хоть? Неизвестно, посмотрим. Большое тебе спасибо. Одна сейчас пачка. Я пойду в этот квест отдам, там еще деньги должны. Не болей. Благодарю. Ага. Я 4 пачки. Этот квест ты сдал, тебе этот дали уже пятихатку, ты мне ее скинул. Да. Сейчас я подойду к нему, может. Схему нужно отдать же. Так, у нас получается 4-5 пачек гвоздей. Так. А не вот. Дрожжен. А, вот, не, охотник за кладом я уже тогда отдал, получается. Ты у меня... Где этот меч, блядь? Где пиздец рука, блядь? Так. Этот... А вот микросхема, я ее не отдал. Ну вот сюда иди, вот сюда подойди. Куда этот нож пропал? Ты забрал? Один, подожди, а это твой? Да. Один мой. Ты кабанов. А ты забрал именно или нет? Но я его на землю скинул. А. Один мой тогда. И плата, комплект. Все, отдал плату. Ладно. Да ладно, бери, мне не нужно. Посрать. Ладно, все, я выхожу, поехал. Да, давай. Смотри, у нас 5 пачек гвоздей. А этот есть кодлок купил? Кодлок купил. А ну. Сейчас. Кодлок, вот он. И 5 пачек гвоздей. И осталось 150 рублей. Все, я выхожу. У меня есть эту надежду зачистить от талибанов. Ну, тоже как вариант. Сейчас, подожди. Только не иди туда, ты сольешься. Потом покажу, как проходить и пройдешь. Давай, все, я уехал. Все, давай.
Косарик, все в порядке? Да, на колодце воду пью. Саня зовут. Да, я вижу, Саша. А все, тел тоже уже. Мне не помогла одна таблетка. Ну, ты живи. Найдешь. В том прикол, что здесь трудно найти. Сейчас может еще кто-то на кумерну приедет до меня на что. Я круто в округе, блять, уверен. С едой тут тоже проблемы, да? Да. Еда в начале, потом уже только медицина. Я не помогла, не хватило одной. Да. Блин. Да лучше б мне б еда попадалась на начальном что, у тебя времени, чем... Да куда вы замок попался? Не целый. А что за кодовый замок? Трос. А, этот. Угу. Ты точно на серваке? Да. На третьем. Да еще я не попадался.
Ты говоришь торговец, а где он? Где их искать можно? На Кумырне. А тут карта есть? Не открывается, ну да? Нет, Кумырна это возле Гуглова. Новым собором, нет. Такая разбитая церковь. Старая. Угу. В эту iViver зайди, там откроешь карту, там найдешь Кумырну. Куда зайти? Карта iViver. Просто куда. Карта это хорошо, вопрос в другом. На какой точке спавна мы появляемся здесь? А там по-разному. Ты примерно должен понять. Смотри, там возле городов есть названия. Я понял, таблички. Понял. Таблички. Тогда ты определишься, где ты. Поймешь, угу. В каком направлении тебе нужно двигаться. Да, двигаться надо, я понял тебя. Хорошо, большое по тебе спасибо. А за что? А ты DS недавно играешь, да, как я понимаю? Ну, примерно плюс-минус полтора часа. Ага, ну тогда тебе еще очень-очень долго. Чтобы разобраться. Спасибо. Да нет, разобраться быстро, как бы. Просто... надо начать, надо понимать, с чего начинать. Блин, тут одежда. Слушай, а выброс был уже, не знаешь? Нет, не было. Не было. Не было еще. Не-не-не. Спасибо. Да не за что. Сейчас вернусь. Угу, хорошо.
пока никого нету. Наверное, выйду. Чтобы не разгонять холеру, подожду, пока старый вернется. Крысы долго за тобой бегать будут вообще, в принципе? Да. Пока тебя обувь не заруинят. Просто загони ее в угол и убей.